Профессия социального работника в рейтинге популярных не значится. А вот в списке востребованных, пожалуй, стоит на одном из первых мест. Одиноким или попавшим в беду людям всегда будет нужна поддержка и помощь. Елена Чехута в социальной сфере работает уже 3 года. Признается, никогда не думала о таком труде, но с годами поняла, это уже не просто профессия, а образ жизни. Да, я набираюсь много опыта не просто в работе, но еще жизненный опыт. То есть они и советами помогут, и рецепты какие-то интересные расскажут, и просто помогут посочувствовать чему-то, так же, как и я. Для большинства пожилых людей социальный работник становится по-настоящему близким человеком. Ирина Луканина уже не представляет и дня без своей помощницы Елены. Вдвоем веселее, поговорить можно и прогуляться вместе. Вот она мне все поможет, а так одной очень тяжело. Вот, даже невозможно. Так что это очень даже хорошо, что такая есть служба. Стать опорой для тех, кто остался один или попал в трудную жизненную ситуацию, по силам далеко не каждому человеку. Мы от всей души желаем всем представителям профессии здоровья, терпения, душевной крепости.